Всем-всем большой привет! Не так давно мне на обзор пришла очередная коробочка красоты New Beauty Box. У них несколько вариантов есть коробочек. Есть мини-версии серии Lux, а есть масс-маркет полноразмерные версии. Мне пришло масс-маркет. Я очень рада этой коробочке. Она, правда, ко мне пришла повторно, но одно средство все же отличается. Если вдруг вы не смотрели обзор на прошлую коробочку, похожую на эту, то, я думаю, вам будет интересно. А может быть, просто подзабыли, что было тогда. Или смотрите мой канал впервые. Поэтому предлагаю остаться на канале и посмотреть, что же наполняло эту коробочку. Была вот такая брошюра, которая очень помогает ориентироваться по продуктам. Ну и давайте вместе с ней мы по очереди будем смотреть, что же ко мне пришло. Первое средство от Schwarzkopf. Выглядит оно вот так. Это спрей-усилитель блеска. В нем 100 мл. Обещает, что будут волосы блестеть как бриллиант. И также обещает, что до 99% будет меньше ломкости волос и сечения. Давайте я поближе покажу, как выглядит дозатор. Вот такой носик. У средства очень приятный аромат, и блеск он действительно дает. Так как мне коробочка пришла повторная, то я многие средства успела уже протестировать, и вторым я очень рада. 410 рублей полноразмерная версия. Второе средство — это сыворотка. Сыворотка от Skin Light, вот так она выглядит, с пептидами. Обещает обновление и омоложение. Здесь 4 саше, в каждом по 2 грамма. Мне такого саше хватает на 3-4 раза. И чтобы не надрезать и потом не зажимать краешек каждого саше, я сразу отрезаю все и выдавливаю в маленькую баночку для кремов. И потом уже спокойно из этой баночки пользуюсь этой сывороткой. Хватает надолго, то есть больше, чем 16 даже дней, когда они отдельно. Один раз в день я пользуюсь. Эта сыворотка хороша также под ваш ежедневный уход, либо под маски наносить. Она усиливает эффект и этим очень хороша. Единственное, что ее 30 дней курс проводите, а потом нужно сделать перерыв 15 дней, а потом можно повторить снова курс в течение 30 дней. Цена такой сыворотки 313 рублей, ну а в коробочке получается очень выгодно. Следующее средство тоже средство для волос, уже от Dove. Выглядит оно вот так, 125 мл объем. Давайте посмотрим, какой дозатор, сразу покажу. Это уже идет крем-сыворотка против секущихся кончиков. Волосы нужно обязательно запечатывать, если они у вас даже не секутся. А если секутся, то подавно нужно за ними следить. Потому что как на молнию запечатывает это средство кончик волоса, и уже он не расслаивается и не рвется дальше. Поэтому такие средства должны быть обязательно в уходе за волосами. Полноразмерная вот эта вот версия стоит 310 рублей. И обещаю, что до 80% секущихся кончиков уже после 3 применений будут защищены, закрыты, как на молнию. Следующее средство — это гель для душа с минералами Мертвого моря. Смотрится гель вот так. В нем 300 мл. Такой достаточно большой объем. Аромат у него свежий, морской, и я бы сказала, он подойдет как женщинам, так и мужчинам. То есть тут не лютики-цветочки, а такой вот он, ну как унисекс, то есть морем пахнет, чем-то таким интересным. Положу его по рядышком, и давайте посмотрим, что здесь о нем написано. Цена этого геля 319 рублей. Ну и видно, что обещают. Ну, в целом-то гель как гель, если уж так, покороче. Следующая маска для глаз идет 100% коллаген от Дизао. Вот так она выглядит. Эта маска очень хорошая. Я люблю средства от Дизао. Это идет для возрастной
кожи глаз, потому что лифтинг обещает. С одной стороны, первый этап это сами патчи, сама маска с коллагенами, а на втором этапе идут натуральные керамиды с гиалуроновой кислотой. Их тут так много, что хватит на очень долго. Если с ними переборщить, будут липкий слой оставлять. Они хороши на все лицо после его очистки. Тонким-тонким слоем, прямо капельку. Их тут так много, что хватит на месяц, если использовать столько, сколько надо. Это очень хорошая маска. У меня такие уже были, и не одна, и я ими пользуюсь с огромным удовольствием. Цена 810 рублей, но эта цена идет за упаковку. А в упаковке, по-моему, 10 штук. Вот. Получается одна маска, как бы, наверное, 81 рубль получается. Аддиваж, помада, это то, что отличается. В прошлый раз у меня тоже была эта помада Аддиваж, матовая помада Вельвет. Но в прошлый раз у меня была в другом оттенке. Цена этой помады 329 рублей. Здесь написано, что входит масло жожоба, витамин Е. Они увлажняют губы и позволяют ложиться помаде идеально ровно. Уникальная рецептура, ухаживает, делает губы мягкими, привлекательными. В коллекции 14 оттенков. Ну вот я уже два, получается, попробовала. В этот раз у меня оттенок 03. Этому оттенку я рада безумно, потому что он мне подошел. Вот такой красивенный. Все, что заявлено об этой помаде, чистая правда. Ложится ровно, красиво. Цвет не полосит. Он сразу ложится хорошим слоем. Не сильно плотным, но и непрозрачным. Нет ощущения этой помады на губах. Она и на лето, и на жару подойдет. Очень красивый оттенок и очень-очень красивый цвет. То, что она матовая, это очень хорошо. У меня много перламутровых, блестящих, прозрачных. Ну, а это просто бесподобный оттенок, шикарный. Вот. Видно, да? Поэтому... Единственное, когда приходят такие коробочки, не знаешь, какой оттенок попадется именно в твоей. Каждый раз все разное. То же самое происходит с лаками для ногтей, с тенями. То есть, какой оттенок попадется, такой будет у вас. Ну, то, что было заявлено в брошюрке, я вам показала. Но это еще не все. Пришли еще, помимо того, что было в наполнении, пришли еще три вот такие саше. Это скраб антиакне для чувствительной, жирной и проблемной кожи. Вы знаете, на лето это такая классная штука. Я сейчас покажу вот так поближе, что оно обещает и что сюда входит. И также покажу вот здесь информацию. То есть обещает глубокое очищение чувствительной, жирной и проблемной кожи. Ну, я так вот по-быстрому. Если что, можно поставить на паузу. В каждом саше видно 4 мл. И получается аж 3 саше. Хватит распробовать. И я думаю, что понравится. Потому что лето и жирная кожа – это самая-самая большая проблема. И такие вещи будут летом нужны. Огромная у меня была радость, когда я получила коробочку. Особенно повторно получилось те средства, которые мне уже понравились. Поэтому классное наполнение. Вообще каждый месяц сейчас приходят очень интересные коробочки. Ссылку, где можно заказать такую, сколько она стоит, все написано именно на сайте. Проходите, посмотрите. Можно на один месяц заказать, можно на три. Можно выбрать, какую вы хотите, либо полноразмерные версии из масс-маркета, либо вы хотите мини-версии серии люкс. Вам решать, там бывают и лимитированные коробочки, поэтому проходите, смотрите, выбирайте, и если интересно, то заказывайте. С вами была Света, спасибо всем огромное за внимание, надеюсь, со мной было интересно. Всем до новых встреч, всем пока!